Всем здрасте. Долго думал, записывать это видео или нет, нужно оно или нет, но пришел к выводу, что я должен его записать. В первую очередь для того, чтобы быть самому перед собой честным. Многие спрашивают, кто я, что я, откуда я вообще появился, да? Для чего я здесь? Что меня на это сподвигло, да? Рассказываю. Этим видео, которое сейчас вы смотрите, я хочу начать все с нуля. Все по-новому, рассказать всю правду, что и как, и кто я есть на самом деле, и чем занимался. Если коротко о себе, то в 14 лет познакомился с товарищем, и познакомились мы с ним, гуляя с собаками, да, и он прыгнул сальто, и для меня это было вау. И я узнал, что у нас есть в городе цирковая студия «Цирк друзей» под руководством Устимова Евгения Владимировича. И мне стало интересно. В итоге я достиг своей цели, стал заниматься, мы стали ездить, гастролировать, занимать призовые места. На фестивалях в Риге, в Анапе были. Настолько меня это затянуло, да, все эти эмоции. Манеж, 13 метров, магическая цифра, аплодисменты. Что надо еще подростку, да, чтобы получить кучу позитивных эмоций. Это закончилось в 19 лет. Я пошел в ряды вооруженных сил России, в миротворческую бригаду в поселке Каменка под Питером. Вот. Доблестно отслужил 2 года, уволился старшим сержантом. Пришел домой, и, как обычно, было типа повестки «можете идти в милицию». Устраиваться в пожарную, в пожарные, сори. Но я выбрал охрану. Охрана в клубе, дискотеки, бухло, не та компания. Перевернул мою жизнь, когда ночью, просыпаясь от того, что плачет мама, это, мне кажется, самое страшное, что есть. И вот в этот момент в башке у Димы и щелкнуло, что нужно завязывать. И началось что-то новое в моей жизни. Я устроился, работать не назовешь, вставлял двери и окна. Сначала познакомился с парнем, он меня научил вставлять двери и окна. Я поездил с ним, как подмастерье. В мою задачу входило выломать косяки, выломать все это. Эту проблему вообще не составляло, тем более в наших домах выносило все с ноги на раз-два. Вот. И потом начал сам. И те, кто меня узнал, у кого стоят двери и окна, я рад, что они у вас еще стоят. Вставлял на совесть. И в один прекрасный момент просто раздался звонок на телефон. Позвонил мне мой товарищ Серега Замотин, сказал: «Димон, нужен нижний в цирк». Я, не раздумываясь, сразу сказал: «Я еду». Продал телефон. Как сейчас помню, взял себе Nokia. С фонариком. Удобный телефон, неубиваемый. Мне кажется, у меня до сих пор где-то валяется. И приехал в цирк, и 5 дней просто пробирался в гостинице, потому что ничего не работало, устроиться я не мог. Но я настолько был воодушевлен тем, что я приехал устраиваться в цирк, в профессиональный цирк, да, не цирк на сцене, как я был, а уже большой московский на проспекте Вернадского. Один из крупнейших в Европе. Устроился в перши. Перши – это 9-метровый перш. Ну, самый такой, ставится на плечо, залазит 2 чувака, делают трюки, а ты их балансируешь и держишь. Вот где-то, я посчитал, где-то 140 килограмм на плече было у меня. И welcome, первая травма. Неудачный исход, меня пробивает. Тут и моя вина есть, что не вытащил плечо, не принял нормально этот удар. И надрыв, и это потом сказалось, что мышцами стало зарастать, накатить, ну, то, что держишь только на правом плече, из-за того, что мышцы, все смещалось, смещало позвоночник. И в Харькове, когда у меня, грубо говоря, образовалась горбина, да, и когда пришел мануальчик, там, я не знаю, как его до сих пор зовут. Помню, что Сергей, я вот как полностью зовут, потому что он в возрасте мужчина.
Он сказал: блин, да у тебя горб, чувак. Я говорю: что делать? Он такой: смириться и жить. Вот эти слова «смириться и жить», так у меня очко сжалось, потому что других слов не найдешь, да, что тебе 26 лет, ой, 26, 29, ну 30 лет, и у тебя горбина, и ты еще ни хрена еще не сделал, ничего не добился, а возвращаться домой с горбиной тоже как-то не камильфо, да, и, блин, слава богу, что он исправил, завел меня в манеж, выключен свет, манеж, вечер, посередине манежа, и он сказал, что типа ты артист цирка, да, и все такие движения должны происходить в цирке, как бы магия манежа, да. И кто понимает меня, о чем я, те понимают, что когда ты лежишь на манеже и полная тишина, блин, ну это состояние такое непередаваемое, когда просто он потом с тобой начинает говорить и что-то разминать, и потом резко такой хруст, как будто стрельнул автомат. И вот здесь я просто ушел в никуда. И когда слышишь голос: «Дима, Дима», и ты как будто идешь на этот голос, в том плане, что настолько все мышцы разжались, и кровь пошла куда надо, к голове, да? И потом просто-напросто я уволился с Першейт, и я увидел номер «Кольцо Бернацкого». И все, и загорелся этим номером. И год где-то я пробивал этот номер. И Дашка Костюк, спасибо ей большое, поговорила, ну, с папой, что номер интересен, нужен, что я упертый. Ну, потому что год я ходил, пробивался, все это дело. И все, вроде разрешили, я стал копить деньги на кольцо. Первая партнерша пришла, которая ей показала все это тяжело. Ей стало скучно, что нету мамы, папы и подружек, с кем могла погулять. Вторая партнерша тоже выдала, чисто случайно упала, даже высота была меньше метра, упала. Блин, как так можно было умудриться, да, компрессионный перелом позвоночника. Впервые я видел, как приземляется вертолет, и я непосредственный участник этого всего действия, да, как руководитель, похудел килограмм, наверное, на 5. Вот, думаю, господи, почему же так все тяжело-то, почему так все через тернии к звездам? Ты прешься, пробивая как-то стены какие-то, почему у других как-то все просто, легко, задаешься этот постоянный вопрос. Третья партнерша. Все отрепетировали, 10 месяцев репетиций, все. Это я, как сейчас помню, 28 декабря мы с ней говорим: все, завтра делаем постановку, 29 декабря начинаем. А 29 декабря напишут заявление на увольнение. Земля из-под ног уходит, и ты понимаешь, что эти 10 месяцев просто коту под хвост. Но Эдгар Запашный сказал, что: Дима, давай сделаем так, что у тебя месяц. Ты также работаешь в униформе, и за месяц ты должен найти девочку. В униформе это вообще отдельная история, как я убирал какашки за моржихой, а ест она рыбу. И 5 дней подряд у него во время елок была диарея. Это по 3 представления. Вы можете представить? Морж под 200 килограмм, и у него диарея. Клеенка 13 метров, и она вся почти заделана. Ни хрена не нутеллой. Где-то числа 11 позвонила мне Катя. Да, и сказала: вот я такая-то, такая-то, я живу там-то, там-то, мне 17 лет. Вот, и с ней мы начали репетировать. 23 числа начинается просмотр, и как я до сих пор не могу понять, у меня срывается кольцо, и вместе с Катей падает мне на лицо, и легкий нокаут. Я понимаю, что легкий нокаут, и слышу только голос Эдгара: ты будешь продолжать? Я говорю: да. Как я доработал, я не знаю, но настолько я переживал, нервничал, что в предплечье, когда держал кольцо, мне потом, грубо говоря, разгибал пальцы, потому что мышцы настолько забились, это было что-то. И премьера, город Ижевск, 13 сентября 2013 года, манеж 13 метров, мне 33 года, в цирк я приехал в 13-м вагоне, так что сопутствующие 13-33 – это все мое. Я начинаю хреново видеть. Ну, зрение стало ухудшаться от нагрузки, то, что держишь на лбу, вот, и немеет рука. И меня это так напрягло, я понимал,
для чего, а стоит ли. И здесь, ну, такие гонки начались. Работать дальше, и что произойдет, ты не знаешь. И потом, только я знал, если что-то произойдет, ты потом нахер никому не будешь нужен. Вот. Потом отвлекся на шоу «Без страховки», да, где я познакомился с Алексеем Воеводой, с Розой Сибитовой. Если вы смотрели, вы там можете все это увидеть или просто набрать «Сорокин Дмитрий, шоу «Без страховки». Там все про меня и про мои похождения на этом шоу. А у меня не продляет контракт с Катей. И что? Это такой легкий пиночек. И вот, я уволился из цирка. Я 2 дня не отдуплял, не понимал, правильно я сделал, неправильно. И только потом меня такой ужас охватил, потому что уволился, а уволился-то в никуда. У меня одна запись в трудовой книжке «Артист цирка, силовой эквилибрист». Очень страшно, потому что я не понимаю, что делать. Но уволился я из цирка в августе. Это получается, вот в августе будет год. За квартиру нужно платить через 2 недели. В кармане 10. У меня пипец, какая паника. И этим видео мы начинаем новую жизнь. Это видео номер 1. Те видео мы обнулили. Обнуляем те видео. Это будет опять же цифра 3. Я родился, начал жить. Обнулился, ушел в цирк. Обнулился, это получается третья моя жизнь в 37 лет. Ай, прибавил себе. Мне 36, но 19 июня будет 37 лет. Опять 3, так что все получится, я уверен, потому что есть друзья, новые знакомства. И смотрите честный контент. Это будет интересно. Все.